Приветствуем вас на нашем канале. В начале мая историк моды Александр Васильев опубликовал открытое письмо, в котором осудил спецоперацию в Украине. Телеведущий заявил, что никак не связан с российскими властями, не имеет государственных наград и уже более 20 лет является гражданином Литвы. Обращение звезды российского ТВ было опубликовано на сайте литовского Висагинского муниципалитета. Поступок Александра Васильева наделал много шума. Отвернувшегося от России шоумена, по слухам, убрали с Первого канала, приостановив производство передачи «Модный приговор», которую он вел много лет. Однако спустя пару недель телевизионное руководство почему-то сменило гнев на милость. Неожиданно для всех, он появился на главной кнопке страны в студии программы «Сегодня вечером». Более того, в соцсетях Васильев анонсировал новые выпуски своего шоу о моде. Возвращение Васильева на Первый канал прокомментировал известный публицист Михаил Шахназаров. Журналист, ранее назвавший историком моды гомосеком-старевщиком, считает, что Васильеву помогли влиятельные друзья. По мнению Шахназарова, на отечественном телевидении существует клановость. Потому что кланы, потому что две России. Одна там в боях, а вторая здесь. Придет время, когда та, которая здесь, она пойдет в наступление на народ, на те же ценности, которые они уничтожали. Понимаете? Две России не одна. И когда говорят, настал черед объединяющего фактора и так далее, сомневаюсь. Кто-то объединился, а кто-то обозлился. И требует реванша. Но вот это уже реванш, отметил публицист. Шахназаров предположил, что Васильева пустили к зрителям локомотивом, дабы проверить, как народ отреагирует на возвращение звезд, которые еще недавно демонстративно отвернулись от страны. Журналист опасается, что совсем скоро и другие работающие против России знаменитости возобновят свою деятельность по оболваниванию народа. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.